не растеряться в критической ситуации, значит спасти. Сотрудники госавтоинспекции тренировались оказывать первую помощь пострадавшим при ДТП. Свои навыки и знания дорожные полицейские применяли на манекенах в областном центре медицины катастроф. Здесь им рассказали о том, как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию, как действовать на месте происшествия и кого нужно спасать в первую очередь. Это очень полезно в связи с чем, потому что сотрудники госавтоинспекции, они порой первые прибывают на место происшествия. Вот, соответственно, от этого зависит человеческая жизнь, от их знаний, умений и навыков. Я уже проходил подобные курсы, но сейчас они были с использованием манекенов, и там есть датчики, которые показывают правильность алгоритма действий. То есть вот это очень удобно и полезно. Такая работа направлена на снижение дорожно-транспортного травматизма, повышение ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения. Она проходит в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2021-2025 годы». Важно, чтобы не только сотрудники госавтоинспекции умели оказывать первую помощь, но и остальные участники движения. Население у нас все-таки отзывчивое, чуткое, очень редко проезжает, все-таки чаще всего останавливается, что бы ни происходило, люди останавливаются и пытаются помочь. Вопрос только в том, что знают ли они, как поступать, что делать. Когда мы это знаем, тогда мы реально поможем. Если мы не знаем, вот это вот наше неумение может привести к серьезным вещам. Для того, чтобы водители знали, как оказать первую помощь, сотрудники ГАИ вместе с врачами из Центра медицины катастроф раздали специальные памятки. В них описан алгоритм действий, который поможет спасти чью-то жизнь. Это обязательно, надо, мало ли что может в дороге случиться, обязательно, я считаю. Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям, чем больше людей знают о том, как оказать первую помощь, тем меньше смертей будет на дорогах.